почему выпадают волосы. Волосы – это тоже активно делящиеся клетки в организме человека, физиологически норме. Поэтому при даче химиотерапии они поражаются в первую очередь. Есть виды химиотерапии, которые влияют больше на рост и структуру волоса. Есть препараты, которые влияют меньше. Обычно мы предупреждаем, обычно это женщины, больные, мы предупреждаем, что при даче определенного вида химиотерапевтического лечения большой процент вероятности, что будет выпадение волос. Выпадение волос может быть частичным или же полным. Наблюдается примерно через неделю-две недели после дачи химиотерапевтического препарата. Чтобы избежать стресса от этого явления, иногда мы предлагаем больным или же коротко стричься, или же бриться. Часто задаваемый вопрос, можно ли красить волосы во время дачи химиотерапии. С нашей стороны нет никаких противопоказаний. Если женщина чувствует себя удобно, ей это нравится, она может красить волосы, может стричься. Возвращается ли рост волос после химиотерапии? Разумеется, возвращается после того, как мы заканчиваем курс химиотерапии. Обычно это наступает после 2-3 месяцев. Начинается рост волос, так как клетки, которые были поражены, они практически полностью обновляются, поэтому рост волос обычно полный, структура волоса может измениться. Есть больные, у которых меняется даже цвет волос, он стоит такой, как он был в молодости. Поэтому беспокоиться по этому поводу обычно не стоит. После того, как прекращается дача химиотерапии, через 3-4 месяца рост волос восстанавливается полностью.